Новосибирцу, который защищал свою квартиру от незваного гостя, теперь грозит тюрьма. Виктор Гончар силой выпроводил заблудившуюся пьяницу за дверь, да так, что тот спустя несколько часов скончался. Медики диагностировали у погибшего разрыв печени, а в действиях отца двоих детей следователи не нашли ни малейшего признака на самооборону, и теперь его будут судить по всей строгости закона за убийство. Подробности у Павла Тиунова. В семье Гончар теперь дверь закрывают на все замки, и перед тем, как открыть, обязательно спрашивают, кто пришел. Несколько месяцев назад беспечность привела к трагедии. Дверь открыла, и на пороге стоит незнакомый мужчина. Он схватил меня за руку, ну и как бы пытался войти в квартиру. Я испугалась, закричала папа. Виктор Гончар на голос дочери среагировал мгновенно. Через несколько секунд он уже стоял перед пьяным незнакомцем. Его выталкивать начал, он упирается. Заходите в дверь. Я его выталкиваю, вытолкнул сюда. Борьба перешла в подъезд, где переросла в драку. По словам Виктора, его ударили первым. Он ответил. Он опять начал нападать. Я пнул его, толкнул. И все, и он вот здесь вот осел на этом месте. И дальше я домой зашел. Спустя час незваному гостю уже вызывали скорую. Медики констатировали смерть мужчины из-за разрыва печени. Погибшим оказался 32-летний Артем Галкин, не раз судимый за грабежи и продажу наркотиков. А на хозяина квартиры завели уголовное дело. Несмотря на то, что в действиях Виктора Гончара явно прослеживается самооборона, следствие посчитало, что мужчиной двигали совершенно иные мотивы. По материалам дела, обвиняемый сам устроил драку с потерпевшим, в результате чего нанес ему тяжелейшие травмы, за которые теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы. Адвокаты смотрят на ситуацию без особого оптимизма. В России до сих пор четко не обозначены границы допустимой самообороны. В адвокатском сообществе 37-я статья Уголовного кодекса «Необходимая оборона» считается неработающей, поскольку применяется и на практике крайне редко и неохотно нашими правоохранительными органами. Судя по всему, они исходят при этом из того простого обстоятельства, что если есть труп, кто-то должен за это ответить. Следователи считают, выгнав незнакомца за дверь, стоило остановиться. Мол, тогда и трагедии бы не произошло. Он несет ответственность на общих основаниях, как за умышленное преступление. В настоящее время уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Но Виктор Гончар уверен, что не мог поступить иначе. В борьбе за безопасность дочери средства были не важны. Я хотел, чтобы никто не ворвался в мою квартиру, защищал свой дом, детей. Любой, я думаю, на моем месте также поступил. В ожидании суда 35-летний помощник машиниста надеется на милость Фемиды. Ведь если его посадят в тюрьму, защищать двух детей будет уже некому. Павел Тиунов, Константин Стримоусов, новости РЕН-ТВ, Новосибирск.